Робот Амека осмысленно заговорил сразу на разных языках. Hello, Amica. I've heard you can speak a lot of different languages. Is that true? Yes, that is true. I can speak many languages. Я всегда недоумевал, почему никто не приспособил еще старые, туповатые чат-боты к домашней робототехнике. Скажем, во время уборки робот-пылесос не сможет воспринимать речь, но на зарядном доке, пожалуйста. И общающийся с пользователем робот намного интереснее в быту, и эта функция служила бы дополнительным стимулом к покупке. Теперь стал доступен чат GPT, но существующие роботы им до сих пор не оснащались. И, наконец-то, опробовали на роботе Амека. Амека – это представленный в прошлом году андроид с максимально человекоподобной мимикой, поэтому ему пристало опробовать технологию первым. С помощью чат GPT он не просто осмысленно заговорил, но даже стал владеть четырьмя языками. В интересах всех производителей перенять этот опыт и добавить функцию занятного разговора или ответов на вопросы в различную домашнюю робототехнику.